Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про изменения в песочнице, которые, возможно, будут у нас на основе когда-нибудь. А на песочнице сейчас тестируют изменения фугасов. Также до этого там уже протестировали несколько раз увеличение у всех ХП. На низких левелах чуть больше увеличили, на высоких уровнях чуть меньше. Также добавили основным снарядам больше альфы, а голдовые не трогали. Ну а сейчас еще изменили фугасы. Каким образом? У фугасов теперь на песочнице пробитие 0 и альфа уменьшилась в 1,5 раза. Таким образом мы получаем альфу в основном у фугасов там от 100 до 200, максимум 300. И то 300 это 330 у КВ2 на фугасах. Причем эти 330 мы почти никогда не будем видеть, потому что у нас пробитие 0. Получается, что если мы будем стрелять в ватный танк, то дай бог мы на КВ2 увидим альфу 300. А на всяких обычных танках альфа в основном там 100, 180. И стреляя по ватным танкам, мы максимум будем видеть там 150 альфу, 170, 180 практически никогда. Это все сделано для того, чтобы фугасами пользовались по назначению. А назначение фугаса это сбивать базу и добивать шотных. Конечно, с такой альфой шотных добивать будет тяжело. Это только если у кого-то там 20, 30, 50 хп будет, то да. Поэтому фугасами почти никто на песочнице не стреляет, и они нужны только для одного, сбивать базу. Мне это изменение очень сильно понравилось. Бои как-то стали более приятные, потому что на основных серваках очень часто стреляют фугасами, и бои превращаются просто в стреляние друг другу в силуэт. А если стреляют по ватным танкам, то у них очень много хп слетает, все модули ломаются, и играть на всяких разных там CDC и тому подобных танках уже все перестали. С таким изменением даже в CDC фугасами стрелять смысла нет. И он будет себя чувствовать намного комфортнее. Что касаемо изменений на песочнице, что мне понравилось, что мне не понравилось. Мне понравилось очень сильно, что увеличили всем хп. Особенно на низких уровнях бои вообще какие-то невзрачные, неинтересные. С маленьким количеством хп сейчас на низких левелах играть неинтересно. А вот с увеличением хп они как-то обретают больше смысла. А вот увеличение альфы у основного снаряда мне не понравилось, поскольку у крупных калибров урон сильно большой, и если вы встречаете противника на 2 уровня ниже, то вы чуть ли не с одного выстрела можете его убить, ну или уполовинить его с одного того же самого выстрела. Это что-то как-то чересчур, мне кажется, хотя в нынешнем рандоме в принципе то же самое. Бывает, что встречая танк 5 левела, какую-нибудь ПТ-шечку, а вы играете, допустим, на ПТ или на тяже 7 левела, вы просто можете ваншотить эти самые пятерочки. На песочнице, конечно, ваншотить редко кого удается, встречая на 2 уровня ниже, но тоже такой случай может быть. Поэтому мне кажется, что у крупных калибров чересчур большая альфа, ее нужно бы подрезать. Также то, что у альфа у голды меньше, это в принципе логично. Если врага нужно пробивать, то ты думаешь чем. Если есть возможность, пробиваешь ББшками, нету возможности, заряжаешь голду. При этом, если ты умеешь и понимаешь, как пробивать врага, то играя на ББшках, у тебя будет преимущество, потому что у тебя будет больше альфа, чем у людей, которые играют на голде. И это прикольно, в принципе. Но то, что у альфа у стандартного снаряда чересчур большая, это мне не нравится. Танки друг друга чересчур быстро убивают. Хоть вроде бы всем увеличили очки прочности, но все равно друг друга убивать за 2 выстрела, мне кажется, это бред. Изменения фугасов мне крайне сильно понравились. Вот увеличение хп и изменение фугасов, хоть сейчас в рандом добавляй, это вообще классно. Хоть больше появится в рандоме каких-нибудь ватных те же самых CDC там или еще кого-нибудь, на которых уже люди просто перестали играть, потому что тупо отвратительно. Что касаемо каких-нибудь редких случаев там, ЛТ-шек, у которых повышенное пробитие фугасами, или танки, которые играются на фугасах,
Во-первых, еще не было изменения по хэш-фугасам. И возможно эти хэш-фугасы куда-нибудь добавят. Неизвестно еще каким танком. Ну а что касаемо каких-нибудь ЛТ-шек, которые могли стрелять фугасами друг в друга и убивать друг друга за 2-3 выстрела, теперь на песочнице они это делать не могут, поскольку у них тоже пробитие фугасами 0, а альфа фугасами маленькая, и стрелять ими смысла нет. А вот основным снарядом смысл стрелять есть. И тем самым эти самые ЛТшки сами могут дольше жить, встречая вражеские ЛТшки. И чтобы убить вражескую ЛТшку, нужно больше иметь скилла в руках, потому что не получится фугасом просто в силуэт пару раз пиздануть и готово. Изменения мне в целом очень сильно понравились, это совсем другая игра, очень много негативных вещей убирается, но это все равно тест, и до конца понять, что там происходит с этими изменениями, невозможно. Нужно провести больше боев и желательно на основе, тогда выплывут какие-нибудь скрытые косяки, которые сразу не заметить, и тогда было бы понятно, это правильное изменение или нет. Но уже сейчас видно, что альфа у крупнокалиберных пушек, мне кажется, чересчур большая. Хотя она в принципе сопоставимая с той альфой, которую мы сейчас в рандоме видим на основе. Но тогда нахера эти изменения, если они по факту ничего не меняют, только циферки увеличиваются, циферки хп и циферки альфы. Единственное, что реально страдает голда, тем, что у нее альфа меньше. На основе, конечно, бои были бы другие, и там уже было бы все четче видно. В целом я доволен, но это еще не полные изменения. Возможно, там еще арту переделают с фугасами, что-то сделают с хэш-фугасами. Также еще непонятно, что они будут делать с фугасными прим-танками. Поэтому именно этот тест в том виде, который он есть, он мне понравился. Но в целом еще непонятно, куда это все катится. С вами был Варчик, играйте красиво, пишите свое мнение в комментариях. Я все почитаю, на все отвечу. Только не плачьте, что какой-то танк снова умер. Всем пока.